команда Василий Николаевич всегда показывает агрессивный баскетбол, всегда показывает баскетбол нестандартный, всегда показывает баскетбол с большим количеством бросков. Ребята молодые, ребята заряженные, ребята знают свое дело. При всем уважении, не так просто было найти ту ротацию, поскольку правила Кубка несколько другие. Это ни в коей мере не оправдание. Это то, что мы сегодня увидели. Было немножко нервно, были ошибки. Так или иначе, мы смогли проконтролировать подбор в нападении. Мы забили свои броски, мы активно включились в защите, и это стало ключом к победе, в конце концов. Насколько я знаю, это может быть первым Кубком России для «Зенита». Повторюсь, это наша цель. Ну и скажу о том, что ребята уже привезли Кубок нам в город. Осталось сделать совсем немного и оставить его здесь. Мы будем исключительно рады, мы для этого работаем. Все наше руководство, весь наш тренерский штаб, да и все болельщики ждут этого момента. Я надеюсь, что мы сделаем это уже послезавтра.